Привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и сегодня мы будем вызывать очень страшного духа. А перед началом я зачитаю комментарии, которые вы мне прислали. Привет, Ирина Ясинская! Ты знаешь, что в каждом доме существует домовой, и он не всегда бывает добрым. Особенно он не любит, когда его вызывают, тревожат и задают глупые вопросы. Попробуй призвать домового и узнаешь, что будет. Да, вы меня заинтриговали и практически испугали. Я знаю, что существуют домовые. И, кстати говоря, есть одна очень увлекательная история, которая произошла со мной в реальной жизни. У нас была дача, и прежде чем открыть дверь и зайти, мы всегда здоровались и говорили «Привет, домовой!». И мои родители почему-то в это верили, и до сих пор в это верю я. У нас есть домовой, и я думаю, что он достаточно злой, потому что на протяжении долгого времени он ходит по ночам и даже разбивает тарелки. Просто ни с того ни с сего может открыться шкафчик, выпасть тарелка, разбиться. Ну, можно подумать, что это какое-то странное совпадение, но нет. Я всегда верила, верю и буду верить в домовых. Давайте же вызовем домового. Ребята, вы знаете, что вызывать духов можно разными методами. Но сегодня вашему вниманию я представлю эту книгу. Книгу демона. Эта книга непростая. Стоит только лишь к ней прикоснуться и пожелать желаемое, как она тут же исполнится. Но сделать это может только тот, кто является хозяином этой книги. Книга была сделана со специальными заклинаниями, и ее хозяйка только я. Так что, пожалуйста, не просите меня больше в комментариях прислать вам мою книгу духов или мою доску для вызова духов, потому что все эти вещи очень индивидуальные и личные. И сейчас я попрошу: домовой, явись ко мне! Домовой, явись ко мне, если ты не трус! Домовой, явись ко мне! Итак, вы знаете, любимые места обитания домовых – это углы, пороги и многое-многое другое. И сейчас я постараюсь пройти с этой свечкой только лишь для того, чтобы увидеть домового. Возможно, он где-то здесь. Где ты? Где ты прячешься? Я найду тебя. В каждом углу. Я же знаю, что ты здесь. Ты в нашем доме. Давай поиграем. Слышишь? Я постучу тебе один раз. Если ты хочешь поиграть, ты постучишь один раз в ответ. Если не хочешь, то два раза. Я надеюсь, что ты понял меня. Ты здесь? Здесь кто-нибудь есть? Дим. Кстати, ребят, меня снимает мой оператор Дима. Всем привет. Ты его видишь? В отражении мне показалось, будто он стоит прямо за мной. Возможно, это тень.
Я не уверена. Нужно проверить. Ты готов со мной поиграть? О! Да. Он хочет. Он затушил свечку. Включай свет. Включай. Он готов играть, но, видимо, он не хочет, чтобы свеча горела. Возможно, его пугает огонь. Но этого не может быть. Я все конкретно читал про домовых. Они... Ты где? Надо все проверить. Мы играем в прятки. Я вожу. Слышишь? Я считаю до пяти. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Я иду тебя искать. Ты здесь? Домовой, ты здесь? Давай поиграем! Отпусти! Отпусти, говорю! Отпусти! Что? Где он? Это не игры, черт подери! Мы играем в прятки! Ты не должен себя так вести! Блин, то ли он еще не спрятался, то ли ему что-то не понравилось, он пытался задушить меня. Давай еще раз его спросим. Ты готов играть? Тогда больше не набрасывайся на меня. Или я не буду с тобой играть. Я тебя ищу. Где ты? Ты обещал. Огонь. Я нашла тебя. Ты здесь? Нет? Я в этом не уверена. Я нашла тебя! Ты здесь! Ты здесь! Он не рад, что я нашла его. Он не рад. Ай! Что ты делаешь? Что он делает? Не осторожно, он тебя съест! Рука! Ай! Не могу! Я не могу! Вынь его от меня! Вынь! Блин, разве так можно делать? Сказал, что будет играть, а сам выкручивает руки и душит. Я хочу, чтобы ты знал свое место. Я хочу, чтобы мой домовой знал свое место. Я прекращаю эту игру. Я прекращаю эту игру. Он боится огня, ты прав. Огонь. Огонь не нравится домовому. Поэтому, когда горит дом, в доме, в котором был пожар, домовой больше не появляется. Он боится огня. Я надеюсь, что ты знаешь свое место. Я надеюсь, что тебя здесь... Я больше не увижу. И перестань бить тарелки. И перестань вести себя плохо.
Иначе я поджарю тебя. Он все понял. Он все понял. Я рада, что ты все понял. Ребята, я надеюсь, что вам понравилось это видео, и мой домовой стал ручным. Пусть он знает свое место и перестанет пугать меня по ночам и ведет себя хотя бы чуточку потише. Ну а вы не забывайте подписываться на мой канал. Прямо сейчас нажмите лайк. Поставьте этот палец вверх прямо сейчас. Если вы это сделали, то я вас очень сильно люблю. Всегда ваша королева мистики. Пока!